Бенгалии, южная оконечность. Здесь такие очень интересные пляжи. Если у кого будет возможность посетить их в любое время года. Сейчас ноябрь, достаточно тепло. Люди купаются, я смотрела. Вот. Сейчас идем дальше в очень интересное местечко. Максим меня уже зовет. Такая пещера с дырками. Очень необычные сами по себе эти камни такого цвета розоватого. И тут открывается очень красивый вид на вот такую скалу. Сейчас уже почти 4 часа. Солнце, камни. Какую-то попадает. Да, ребята, надо сюда приехать как-нибудь порисовать. Ой, красиво. Не знаю даже, что мне здесь нравится больше. Море, камни или настроение, которое приобретаешь в виде. Это все очень необычно, мне нравится. Цвет волны, она смешивается с песком, получается такого ржавого цвета. Это вот дорожка, ну не знаю, какое-то сказочное приключение у нас сегодня получилось. Идем дальше. Конечно, написано, что аккуратно, мол, падают камни. Я слегка побаиваюсь, потому что такие вот крыши над нами. И можно вдоль этого всего мыса пройти по краю скалы и спускаться к каждому такому красивому местечку. Мы, конечно, выбрали, нам посоветовали местные жители самое красивое место, потому что таких мест тут достаточно много. О, а здесь прямо вот точно надо снимать какие-нибудь фильмы про Марс. Камни необычные. Ну, спадает стена, конечно. Ребята, надо торопиться. А вдруг торнадо, а вдруг шторм? И что? И как же нам потом быть? Заканчиваю свою съемку, потому что можно говорить до бесконечности. Всем привет!